Еще раз приветствую, друзья, в социальных сетях. Еще одно остановленное мгновение матча чемпионата Украины, 20-й тур на поле стадиона «Динамо» имени Лобановского. Хозяева поля «Динамовцы» принимают «Минай». Напоминаю, что на 35-й минуте счет открыл Антон Царенко. «Динамовцы» повели 1-0. А это еще одно остановленное мгновение. И вот ближе всех к нам это Владимир Шепелев. И вот он уже передал мяч на ход, отдал пас своему партнеру по команде Владиславу Ванату. И сейчас вы увидите это мгновение. Вот вы видите мяч у Ваната, обыгрывает соперников, защитников и забивает второй мяч. Конечно же, это радость, как сказал великий Виктор Александрович Маслов. Гол – это маленькое чудо. И динамовцы забивают второй гол. 2-0. Вы видите на табло. 11-й номер Ванат. И динамовцы с этим счетом побеждают сегодня своих соперников из Миная. Заслуженная победа. Поздравляю всех болельщиков киевского «Динамо» по обе стороны океана, а их, как говорится, несть числа. Ну и слава Богу, что в эти нелегкие для Украины дни военного 2023-го футбол продолжается. Футбол и жизнь. Будьте все здоровы, благополучны. Несмотря ни на что, говорю всегда, оставайтесь оптимистами. Искренне ваш из Филадельфии Дэви Аркадьев. Сегодня, напоминаю, 8 апреля 2023 года. Бог даст, увидимся, Бог даст, услышимся. Пока, пока.